Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» повинно стати високотехнологічним та відповідати сучасним нормам надання якісних послуг населенню. Саме таку мету переслідує міськрада, каже керівник Харкова Ігор Терехов. За останній рік підприємство ХТМ активно модернізують, і партнером проекту є Світовий банк. На зустрічі із його представниками Ігор Терехов обговорив подальші проекти, що будуть втілюватись у життя. У планах зробити харківські теплові мережі автономним та незалежним підприємством. Зокрема, від приватних установ. К сожалению, было за последние годы очень много нареканий. И я очень хочу, чтобы харьковские тепловые сети подняли совершенно на другой качественный уровень. Мы колоссальные средства вложили в подготовку к отопительному сезону. Мы поменяли 100 километров магистральных трубопроводов. Мы реконструировали каждую котельную. Мы поставили дополнительные энергосберегающие насосы. Мы начали генерацию и выработку электроэнергии на наше харьковское ТЭЦ-3. Для нас это колоссально важно. К сожалению, у нас есть момент, когда мы зависим от ТЭЦ-5, а это частное предприятие, и по водоподготовке, по снабжению города теплом на 30% мы зависим сегодня от ТЭЦ-5. У нас есть сегодня все ресурсы для того, чтобы постепенно быть абсолютно независимыми ни от кого и предоставлять нашим харьковчанам качественную услугу и не быть зависимыми, не оглядываться о том, что частники дадут нам что-то или не дадут, да? Потому что у них есть свои интересы, у них есть бизнес, інтереси прежде всього, а ми повинні бути і стояти на інтересах міста Харкова. У свою чергу представники Світового банку відмічають, що задоволені результатами модернізації харківських теплових мереж. Котельні, насосні станції та індивідуальні теплові пункти були не просто відремонтовані цього року, а кардинально модернізовані. Тож закордонні партнери хочуть далі продовжувати співпрацю з керівництвом Харкова. Виден реальный прогресс за последний год этого проекта, потому что, как и сам Игорь Александрович говорил, этот проект очень долго стагнировал. Харьков – это второй город по величине в Украине, и теплоэнергетическая система города Харкова – одна из самых больших. И это, понятно, является очень серьезным показателем и для остальных. И мы очень надеемся, что именно вот эта составляющая по SCADA, да, по автоматизированной системе управления системой, будет примером и для остальных городов, которые тоже, очень надеемся, будут проводить такие же инвестиции для улучшения работы своей системы. Проект SCADA зараз на стадії розробки. Планується, кажуть експерти, що сучасна система полегшить роботу теплових мереж і дасть можливість контролювати та оперативніше реагувати на збої чи несправності. Також міжнародні партнери Харкова запропонували взяти участь у екологічному проєкті «Муніципальна енергоефективність», мета якого – відійти від традиційного палива, як то газ і вугілля, та перейти на джерела енергії, що відновлюються. Схема финансирования будет через Укрексимбанк. Так у Укрексимбанка уже есть очень хорошие отношения с городами в плане финансирования. И в том числе есть согласие и со стороны Министерства финансов провести этот кредит через Укрексимбанк, потому что у них есть и очень большой опыт по продвижению таких проектов по энергоэффективности. А зараз місто в очікуванні початку опалювального сезону. Ігор Терехов нагадав, що міськрада буде робити все можливе, аби тарифи для населення не піднімались. А різницю будуть компенсувати, зауважує керівник міста, за рахунок дотацій із бюджету. Однозначно я хочу сказать, что тарифы в этом отопительном сезоне повышаться не будут ни на тепло, ни на горячую воду, ни на холодную воду, ни на услуги канализации, ни на вывоз мусора. Поэтому об этом речь не идет. И мы сегодня нашли моменты компенсации разницы в тарифах для харьковских тепловых сетей с тем, чтобы для населения тариф не повышался. Кроме того, и проезд в общественном транспорте, вы знаете, тоже зафиксирован и повышаться тоже не будет ни тариф в метрополитене, ни в тролейбусах, ни в трамваях, ни в автобусах. Мария Соловьева та Ярослав Кононенко, Харьковские известия. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.